Всем огромный привет! Хочу показать свой заказ на сайте Bein Style. Очень интересный сайт, я о нем узнала не так давно в обзорах у других девочек, и совсем недавно мне предложили взять на обзор некоторые продукты, которые я выберу на этом сайте сама. Сайт мне очень понравился, он такой чисто девичий, в нем много аксессуаров, шарфов, часов, кожгалантерея есть. Огромный выбор украшений, там и заколки, и броши, и кольца, ну, не знаю, подвески, воротники. Я долго выбирала, что же мне взять на ту сумму, которую предложили любезно мне на этом сайте, и остановилась на украшениях из натуральных камней. У меня вообще последнее время особая нежность именно к камням ручной работы, когда выглядит все как, ну, действительно, как ручная работа. Давайте покажу, что же выбрала я. Ссылки и на сам сайт, и на те украшения, которые выбрала я обязательно оставлю под роликом. Ой, прямо аж это. Я в восторге, в восхищении. Посмотрите, они все подписаны. Это были бусы из цитрина. Бусы не очень длинные, как я люблю, чтобы их было видно. Я не очень люблю совсем длинные, когда натуральные камушки. Тогда, если совсем длинные, нужно еще мелче, чтобы как-то их обвязывать. А тут вот прямо самое то, такая приятная длина. И вот так выглядят камушки. Единственное, на сайте, на фотографии, на таком, именно на этих бусах, было больше вот таких вот камушков коричневых, оранжевых. А так как цитрин все-таки это камни, как видите, разной расцветки, то получается, какие уже попадутся, да, бусы, такие к вам и приедут. Вот мне попались больше вот с такой расцветкой камней. Очень красивые, прямо вот и цвет красивый. Я люблю такие бусы носить под черные водолазки, поэтому будет очень красиво и благородно смотреться. Еще раз поближе покажу камушки. Мне кажется, они просто восхитительные. Очень люблю. В натуральных камнях мне очень нравится вот этот их холод. Холодные, приятные, тяжеленькие. Ну, в общем, всем хороши. Ну и вот то, что подписано, это особый плюс. Украшения сайт присылает в очень красивых мешочках из органзы, вот с такими приятными бабочками. Вот. И второе украшение, которое я выбрала, тоже были в таком же мешочке из органзы, красивом, это серьги. Серьги я выбрала сердолик. Давайте я вам покажу сначала одну, потом, или давайте сразу обе покажу, а потом одну поближе. Так, вот так выглядят серьги. Я эту пока положу, чтобы было видно. А вот эту поближе. Тоже было все подписано. Сайту за это большое спасибо. Я хотя себе и записала на бумажку, как называются камушки, но мне понравилось, что на сайте все подписано. Очень красивые сережки. Я люблю именно вот серьги-подвески, чтобы у меня в ушках что-то болталось, что-то было такое чувствительное. И вот этот вот холодный камушек, он когда касается кожи, это очень-очень приятно. Понравились мне и серьги, и бусы. Я думала, что бусы будут более оранжевые, вот эти вот рыженьких камней будет побольше. Я думала, будет смотреться набором. Но нет, получается, немножко отличается цвет, но это не страшно. С огромным удовольствием буду носить как серьги, так и бусы. Понравился, очень понравился этот набор. И не потому, что мне прислали на обзор, а, ну, вот как я вам поближе показала, камушки приятные, хорошие, цена очень демократичная. Все это стоило совсем недорого. Ну, ссылки я оставлю, вы пройдите, посмотрите. И очень мне понравилось на сайте еще то, что у них идет сезонная распродажа. Там скидки до 80%. Очень много страниц вот с этой распродажей. Я в ней прямо заблудилась. Много всего было интересного. Ссылку именно на саму скидку я тоже оставлю под роликом. Поэтому проходите, смотрите, выбирайте. Действительно много всего интересного. Огромное спасибо сайту Bein Style, который со мной посотрудничал.
очень быстро прислали то, что я выбрала. Заказом, который мне прислали, я осталась довольна, с удовольствием буду носить. Ну и благодарить этот сайт. Огромное спасибо всем за внимание. Если я была полезна, то мне приятно. И спасибо всем, кто был со мной. Всем пока!